Истерика, истерика. А почему истерика? Аяврик, успокойся. Аяврик, я рядом, что ты переживаешь? Успокойся, Аяврик. Аяврик, иди сюда. Все, успокойся. Аяврик! Молодец, вот так. Все. Стой, стой. Иди. А то истерика, ты что? Все, тише, тише. Короче, из-за косилки я выключаю, там ничего не слышно. Они, знаете, сейчас одновременно хором, как в детском садике. Ужас. Сейчас пойду еще швабру, блин, устал я руками все это. Короче, колобок на шифе. Все, иди, иди. Так, ладно, надо рвать, рвать. Так, ну-ка, да, колобок, ты чё стукнулся об меня, а? Ты чё стукнулся об меня? Да, ну не прыгай, колобок. Ребят, просто посмотрите на меня. Вчера до ночи убирался дома. Сейчас утро, в 5 утра проснулся, не мог уснуть, потом опять уснул, и все, уже Коля приехал. Короче, сейчас весь двор терхером мыть. Готовлюсь к приезду людей, я уже устал. С утра до вечера пашу, как лошадь. Плюс эти ролики, короче, я уже не блогер, а уже строитель, по-моему, стал. Квадрик продали, будку на место поставили. Дуся перестала, ребят, таскать. Видимо, стала культурной. Так, мусор собираем. Все выкидываем. Ребят, полный ход. Поехал, подстригся. В общем, движуха идет. Все перемыл. Все прям перемыл, ребят. Все вольеры, все, что туалет. Ножки вот сделали теперь. Вот Коля вторую доделает. Потный, потный ужас. Коль, как ты сказал, кто я? Коля мне поставил синдром Золушки, потому что я все тщательно, Коля в шоке, быстро как метеор. Коля за мной, короче, не успевает. Я быстрее, Коля, она быстрее, я не успеваю. Все, зато основное сделал, осталось ногти постричь, искупаться, одеться. Шорты вот быстренько. Повесил сюда веревочку, сделал, потому что они еще мокрые. Готовим собак к супер съемкам. Ребят, я вижу, Коля подтвердит, я как метеор тут ношусь. Коля тоже. Все, выключи. Осталось скинь, вот, графы, знаешь. Все, выключаем свечу. Сейчас буду его протирать с ним. Сейчас до конца будет. Я один раз GoPro на голову одену, когда вот так работаю. И вы офигеете потом. Ты еще шагомер сделаешь. Шагомер. Потому что один, ребят, все протестить. Коля еще не опытный, не знает, где что лежит. Мне приходится на себя больше полагаться. Неужели одна кимия останется? Бежал.
Нашу леди красавица. О, уже звоня. О, уже кубанская. Сейчас скажу по вкусу. Так, ребята, они приехали. Сейчас системный блок протру. Блин. Все, я готов. Фу. Так, а ну стойте там, сейчас я в РКФ тот Валер закину. Ко мне блогер приехал. Фу, ребята. Талбот. Обувь забыл про деревья. Ёп, всё, сейчас. Аяврик, колбок луна, Валер. Аяврик. Давай. Валер, бегом. Давай, Аяврик, бегом. Аяврик, Валер, быстро. Давай. Аяврик, Валер. Умничка. Так, ну все, блогер готов. Можно я чуть-чуть сниму? Или лучше выключить? Дай вот так вот сниму. Не, пусть, а то это будет не то, не все. В общем, квадрокоптер Валер поднимает, тут собачки, все. Колобок, видишь, прыгает. Дим. Надо Валеру снимать вот эти. Тут прыгает колобок. Как... Да. А, ты как это? Ты сними волков, как они прыгают. Как колобок прыгает. Валя, давай я сейчас... Так, смотри. Ого, ребята! Смотрите. Что, Спайк? Кто там? Кто там летает, Спайк? Он, видать, там... Что там? Спайкуль, ты чё? Молодец. Молодец, Киар. Все, спокойно. Не видят, квадрок. Колобок хочет словить, короче, квадрокоптер. Камера намного лучше, чем вот эта. Но тут экранчик есть. Ну, надо привыкать. Ребят, мы тут сидим. Ребята красавцы подсказывают, в
плане контента, как правильно снимать, как лучше делать. Молодцы, молодцы, сейчас меня мотивируют. Убеждают, будем менять формат чуть. Просто делимся опытом. Делимся. Не да. то, что мы... Не заставляйте. Я тебе хочу сказать, то, что вот я посмотрел на масштабы того, что ты делаешь вот здесь, это капец. Ну, потому что как бы мы сами строили по чуть-чуть, да, и мы понимаем, что это сложно. И если ты смог вот это реализовать, добавив чуть-чуть тех рекомендаций, которые мы сказали, все у тебя вот будет просто. Согласен, да, да. согласен. Так что вы переезжаете в общежитие. Да, если вы не согласны, договоритесь с Мусой, да? Да. Даже не со мной, это с Мусой договаривайтесь, да. Да, сейчас, друзья, происходит тот самый момент, когда ребята не смогли договориться с Мусой, и теперь Питбуль, Сансара, Драгон Лайф. Как ты сказал по-другому? Питбули... Санта Банда Питбуль Барб. Да что ты? Все, ребят, у нас, в общем, объединение каналов. Так, выключаемся. Ребят, будет очень интересно. Переходите, кстати, на канал Сансара. Смотрите выпуск. Кто еще не успел посмотреть. В любом случае, мы еще рекомендации заранее все дадим, чтобы вся моя аудитория к вам пошла. Да, будет очень интересно, мы за один вечер столько контента снимем, что там просто чаёк уготовьте одним словом и наслаждайтесь. Ребят, мы едем нашей бандой покушать. Короче, Дима говорит, что я буду тебя кормить, я говорю, нет, на Кавказе у нас не принято. Но он выехал, Дима, а оператор-то тоже с Кавказа. Да, поэтому... Он говорит... Да, поэтому... Поэтому все, мы угощаем. Хорошо. Ребят, мы по-скромному решили поужинать. Кто-то позавтракать. В столовую. Скорее. Обычная столовая, но очень вкусно, говорят. Да. Ребят, Дима угощает. Дима угощает. Вкусно. Приятного аппетита. Ребят, я первый раз вижу, чтобы делали так томатный сок. Смотрите, томатный сок – это сметана, это столько перца и еще соли. Вот кто такой рецепт видел до этого, напишите в комментариях. Честно говоря, я не знаю, что это такое, но очевидно, очень вкусно. Да, вкусно. Перемешаем только. Пельмени Галка. Знаешь, что такое? Да, да, да. Купил уйти. Попали на свадьбу, ребят. Ну, уже где-то месяца 8 было. Че, ребят, может зайдем на сад, потанцуем круговые армянские? Я думаю, так, успеем. Но нам, кто у нас хорошо танцует? Граф? Нам нужен граф. О, красавец, поехали. Так, ваши комментарии по поводу арбуза. Арбуз супер сладкий вообще. Прям медовый, можно сказать. У меня гости скромные. Но еле заставил их арбуз поесть. Спешат, потому что. Так, ну что, мы размещаем в гостинице наших гостей дорогих. Я так и воду не смог включить, говорит, не скупался. Да? Ну, туда-сюда, не идет. Она... Спасибо, дядя Арсену. Ребятушки, ну нас где заселили, вот, и хочу сказать то, что ГОП проявляет гостеприимство. Для меня это, честно говоря, я не привык к такому гостеприимству большому, да, это самое настоящее восточное кавказское гостеприимство. И Агоп сказал, во-первых, ребята, я вас кормлю, я обычно привык всех кормить. Я говорю, Агоп, нет, пришлось даже сказать, что Валер у нас тоже армянин. И вот посмотрите, нас заселили в номера, номера чистые, и, в общем, вот Агопу спасибо. Да, за то, что помогает. Нас сегодня встретили, ребята. Накормили супер сочно. Только не арбузом. Напоили. И напоили заодно. Арбуз – это еда и питье. Вот, и так, спать уложили. Поэтому, да, респект. Да. Спасибо вам, ребят. Очень круто. Супер. От вас энергетика просто заряжает. Все, ребят. Приятного отдыха, отдыхайте, спасибо, завтра спасибо. У вас тоже день нелегкий. Да, и еще вот, ребятушки. Может, на свет чуть-чуть да, не пойдем. Все, не все идите это знают. Туда, а не все это знают. Не все это знают, а ГОП с нами завтра поедет в одно место красиво, в одно красивое место. И послезавтра тоже. То есть он говорит, ребята, у меня для вас есть такое, чего еще никто не видел.
И за это тоже отдельный респект, это что человек, вот, ну скажем так, я не знаю, как это назвать, это не просто гостеприимство, это архигостеприимство. Настолько, что мы задерживаемся. Да. Вместо одного дня на три дня, да. Может на четыре. Предварительно. На четыре, на пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот так вот москвичи становятся коренными жителями Красноярского края. Четыре дня, пять дней. Так что, если, ребята, вдруг вы нас будете часто видеть на канале Питбули Dragon Life, в общем, вы уже все знаете, мы просто переехали. Так, ну все. Валер садится за монтаж, он отдыхать не будет. А ты что будешь делать? Я сейчас пойду отдыхать туда. Это был секрет. Как граф нас меня встречает, мой маленький, мой красавчик мой. Я вы мои сладкие, посмотрите, как я. Нельзя, нельзя. Папа, что ты малыш? Малыш, пойдем, пойдем. Так, надо Кимку отпустить. Вот так забежал, вот так. Аня, мне маму хотел. Давай, давай, граф, вали. Граф, граф, вали. Молодцы. Целую всех, графушка. Сейчас, давай, Кимку. Молодцы. Молодцы. Ты мне побольше арбуз? Будешь кушать? Пошла изучать арбуз. Правильно, шебенку не надо пачкать, но посмотрим. О, есть. Ребят, арбуз ест, молодец, Ким. Красавица. Кимке понравилось, она поела арбузик. Ну, на еще один. Давай, иди кушай. А вы что думали? Питбули едят. Боже наш. Ей понравилось. Кушай, Машка. Кушай, кушай. Наши звездочки, наш красавец. Красавчики. Мне так нравится, как Спайк в этом вале. Ух, такой сидит, посмотрите. Такой красавец, да, Спайк? Красавец. Ну, как бы он там лежал на ковре, там такая с темноты, такой красавец. Смотрит, да? Че, холодно тебе, малыш? Че, музыка? Ты Кимки? Кимку нашел, нюхает. Ты в шоке, все в шоке, да? Потекла Кимка. Пришли, малыши. Так, сильно не пачкаем. Все, все, молодцы. Все. Все, муса, все, 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 не наглей. Тихо, все. Багира тут упражняется. Красавец, красавец. Все, все, все. Че, вам друг с другом не играется? Ко мне лезть? Нет, ну муса, ну муса, ну муса, нет, нет. Все, ну стой, стой. Стой. Вот так посмотрю. Вот. Такие мордочки, да, у нас красивые. Все, все. Муса, ну пожалуйста, ну ты обниматься хочешь, да? Молись, ну все, все. Ну, муса, ну подожди ты, что ты, ну, испачкаешь, потом белое плохо отстирывается. Все, муса, подожди. Посмотри, как он хочет ластиться. Все, нет, нет, пожалуйста, нет, все. 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 Ну, все. Ну, давай вот так. Вот это муса. Он любит обниматься. Все, все, молодцы. Ну все, 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 все. Так, вы походили, все, давай дальше. Кобели сразу нюхают течных сук. Че, вы не подсохли, да, бедолашкины? Кярка, ты че похудела?
Плохо кушаешь, да? Плохо кусишь, плохо. Сейчас пронесу. Ну, все, 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 все обниматься хотят. Шакалы вот. Пришли прям по питомнику. Киара, я не с тобой разговаривал. Все, подальше, подальше. Да ты что, и спать пришел? Ну, спать. Все, простыл, да, в озере? Молодец. Да, все, 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 детский сад дома. Колобок, лунка. Молодцы. А Яврик изучает. Лунка, колобок. Ты че мокрый? Ты че? Ну идите бегать, идите бегать. Иди бегай.